Сегодня у нас охота на зайца. Выпал свежий снег, и мы нашли ночной след. Сейчас мы по нему пройдемся, и надеюсь, мы поднимем этого зайца. Вот. Снега давно не было, заяц не поднимался, потому что выпал свежий снег совсем. Но, думаю, этого зайчика мы попытаемся добыть. Так что смотрите дальше, не переключайтесь. Покормился, видимо, вечером. Вышел опять на дорогу. Я думаю, он где-то здесь, в этом районе лежит. Так что сейчас найдем следующую двойку и включимся. Переключать. Ну что, ребят, наш заяц ушел в болото. Лед тонкий, поэтому мы рисковать не будем, не пойдем за ним. Пойдем искать другого. Другого найдем, другого будем добывать. Все, смотрите. Вот, ребят, нашли еще один след. Заяц пошел. Есть двойка. Вот. Сейчас мы пойдем по нему. Того зайца мы не нашли. Там болото, я вам говорю. Тут лес. Такие сосновые посадочки. Думаю, может, этого удастся нам добыть. Так что смотрите. Thank you.
Лёшка, лежал заяц. Мы подошли буквально, сколько, метров 10 к нему. И так досадно я его проворонил. Белый, красивый. Надеюсь, на видео будет видно. Простите меня, конечно. Сейчас мы чуть-чуть посидим, попьем чая. Пусть он успокоится, попробуем подойти к нему еще раз. Ладно, смотрите. Ну что, ребят, вот и закончился наш сегодняшний охотничий день. Зайца мы видели, стреляли, но, увы, не добыли. Но на то оно и охота. Завтра будем пробовать снова. Так что, кто не подписан, подписываемся. Смотрите дальше. Всем пока.